Майнкрафт, но я могу купить реализм. Сегодня Майнкрафт потерял весь свой реализм и стал похож на... это. Эх, как же все это плохо. Поэтому мне придется начать зарабатывать и тратить алмазы реалистичными способами, чтобы купить реализм и в конечном итоге сделать самый реалистичный Майнкрафт. Но получится ли это у меня? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Да, начинается все не с самой благоприятной картины. Как-то мало пикселей. Вам не кажется? Мне тоже так кажется. А, ну хотя бы я графонистый. Пока что у нас с вами вообще нет никакой валюты, а у нас валюта это алмазы. Значит, нам нужно с вами как-то их все-таки зарабатывать. И у нас с вами даже есть магазин, в котором мы с вами можем посмотреть, что же все-таки мы можем с вами купить. И купить либо какие-то улучшения, либо какие-то предметы. Я еще не знаю. Открываем мы реализм уровень 1, 2, 3, 4, 5, 6. И нифига себе здесь цены. 100 алмазов, 10 тысяч алмазов, 50 тысяч. И даже миллион. Ё-моё, это походу мне очень долго придется алмазы добывать. Ну ладно, с чего-то всегда нужно начинать, поэтому добываем себе бревно. У нас с вами уже один алмазик появился. Значит, я понял, нам нужно с вами побыстрее сделать хоть какой-нибудь инструмент и добывать побольше бревен, либо же земельки. Первая наша цель — это накопить 100 алмазов, и тогда мы с вами сможем купить реализм первого уровня. Ну ладно, делаем тогда себе дубовые доски, делаем верстачок с палочками, и давайте сделаем тот же самый топор. Топорик, привет, добываем бревно, и нам дают по одной штучке всего лишь. Но зато хоть как-то побыстрее это все дело пошло, но мне кажется, нам выгоднее будет с вами добывать все-таки земельку. За земельку тоже нам дают? Да, за земельку тоже дают. Дают, но при этом дают целых две штучки, серьезно? Ну, а точнее, два алмаза. И смотрите, мы с вами такими темпами очень-очень быстро сможем накопить себе все нужное. Надо всего лишь 100, а половину мы с вами уже добыли. Давай, осталось всего лишь 10 земельки сломать. Все, 100 алмазов у нас с вами есть, и поэтому давайте прямо сейчас тогда, во-первых, найдем свой верстак. Ага, вот он. О, за добычу верстака мы тоже получили алмазик. Открываем магазин и покупаем реализм уровень 1. Разблокированы текстуры 2 на 2. И вы посмотрите, реально разблокировались эти текстуры. Ну-ка, подождите, 1-2, 1-2. Реально открылись 2 на 2. Не, ну вот это прям замечательно, но следующая наша покупка будет стоить аж целых 10 тысяч алмазов. А я 100 алмазов-то долго добывал, это получается мне сколько еще нужно работать? А, нифига себе, солнце огромное. Окей. Хотя, подождите, у нас с вами появился реалистичный топор. Ну, не сказал бы, что он прям реалистичный, но выглядит он намного лучше, чем обычный стандартный. Обычный стандартный, если что, это вот это. Капец. Так, ладно, забираем наши топоры и погнали посмотрим, на что все-таки способен этот топор. Давайте добудем то же самое бревно и... Погоди, мне сейчас показалось или что? А мы с вами ломаем прям огромную зону. Не, мы прям реально очень большую площадь просто очищаем абсолютно от всех деревьев. От бревен, от листвы. И смотрите, мы уже с вами накопили 1184 алмаза. Нет, походу наши накопления пойдут сейчас очень-очень быстро, если так дальше все пойдет. Но мне сейчас прям очень-очень интересно посмотреть, как же будет выглядеть Майнкрафт, когда мы с вами сможем накопить целый миллион алмазов. Это ж что мы с вами тогда сможем разблокировать-то, а? Да и даже на втором уровне будет интересно посмотреть. Но пока что я вырубал этот лес, я наткнулся на деревню. Довольно-таки близко находилась. Давай, 9 тысяч! До 10 тысяч совсем немного, и все, мы с вами накопили, наконец-то. Я думаю, от обычного деревянного топора мы можем избавиться, от лопаты тоже. Возьмем-ка и откроем наш магазин. Реализм уровень 2. 10 тысяч алмазов. Приобретаем. Разблокированы текстуры 4 на 4. Реально текстуры 4 на 4? А чё такие блоки все маленькие? Или подождите, они нормальные разве? Ну... это обычный верстак, но выглядит он капец каким мелким. То есть мы вот реально так вот постепенно будем приходить к нормальному реализму в Майнкрафте. Уже текстуры стали немножко получше, мобы тоже стали покрасивее. И у нас с вами появился какой-то новый предмет. Амулет реализма. Как-то странно он выглядит. О, но он довольно-таки красивый. У нас с вами скорость появилась 4 уровня. А зачем она мне... Чего? Погодь, мы с вами теперь можем ломать таким образом блоки, что ли? Подожди, мы можем просто с вами бежать. Мы с вами уничтожаем все на своем пути. И мы с вами зарабатываем прям очень-очень много. Ой, что это? Похоже, если честно, на медь. Вряд ли это изумруд. Мы реально такими темпами заработаем очень-очень много. Смотрите, у нас... это что? Это береза? Или это диорит? Это диорит, что ли? Да, это диорит. Вы смотрите, уже с вами накопили 6 тысяч. А прошло всего лишь буквально парочки секунд. И мы даже через воду можем с вами бежать. Даже гравий нас не может остановить. Ах, вода, лейся на меня, лейся. И я автоматически буду получать за тебя
алмазики. Кстати, это отличный способ заработка. Ну а чё, просто пассивно стоишь, смотришь и все, вода тебе дает алмазики. Давайте-ка мы с вами выберемся и посмотрим, сколько же нам нужно с вами дальше заработать. Дальше нам нужно с вами заработать целых 50 тысяч. О, кстати, золотой блок, здесь сломанный портал ват и где-то здесь должен быть сундучок. Это сундук? Да, это сундук. Если так дальше размышлять, то дальше мы с вами должны будем разблокировать текстуры 8 на 8. Ну просто смотрите, у нас сначала было 1 на 1, потом 2 на 2, потом 4 на 4, следующее значит 8 на 8. Ну то есть это будет практически обычный Майнкрафт, только в 2 раза хуже по графике. Если честно, мне этот амулет кажется прям очень-очень знакомым. Слушайте, если вы знаете, откуда он, напишите прямо сейчас в комментариях. Вот реально такое знакомое чувство, будто я знаю, откуда он. Мне кажется, есть смысл побегать пока что в шахте. У нас с вами уже есть 32 тысячи, осталось всего лишь 18 накопить. И, возможно, я сейчас могу сделать самую огромную шахту в Майнкрафте. Вы не сможете построить больше. Запомните. Еще бы от воды как-нибудь избавиться. Так, подождите, у меня есть земля. Выставляем ее таким образом. Слушайте, ну вообще шикарную стену я возвел. Даже давайте вот так вот сделаем. Зачем я ее делаю, я не знаю, но выглядит довольно-таки прикольно. У меня случайно палец соскользнул. Ну ладно, ладно, еще раз построим. Давай быстрее, алмазы, накапливайтесь. Это было больно. О. Что-то подобрал. О, золотое яблоко, это нам надо. 50 тысяч мы с вами уже накопили. Открываем магазин и покупаем реализм 3 уровня. 50 тысяч алмазов. Погнали! Разблокированы текстуры 8 на 8. Так. У нас текст поменялся немножко, но текстуры тоже. Так, наконец-то теперь можно понять, где находится у нас. Это андезит, да? Это гранит. Это камень, а это земля, ну это вода, естественно. Ну у нас по-любому должен был появиться хоть какой-то новый предмет, но я его пока что не вижу, но... А, вот, реалистичная лопата. И выглядит она реально как лопата. Причем маленькая лопатка такая. Ладно, давайте забираем ее и проверим, насколько она мощная. А... Слушайте, а неплохо она так дает. А, вы посмотрите, мы с вами буквально за пару секунд заработали около 3000. Ё-моё, а если мы сейчас с вами в пустыню отправимся, это насколько круто все будет. Так, давайте, наверное, поднимемся наверх и засечем, сколько я смогу добыть за одну минуту. Вот у меня уже есть 20 034. Я сейчас реально хочу засечь, сколько я смогу заработать за 10 секунд. Погнали, погнали, добываем, добываем. Просто все время копаем, все время копаем. Остается 5 секунд. 3, 2, 1. Стоп! А мы с вами заработали 4500. Это буквально за 10 секунд. Это я еще очень плохо добывал, иногда в камень врезался, но в принципе такая сумма, ну, мне очень даже подходит. Но дальше нам нужно с вами заработать сколько? Целых 150 тысяч алмазов. Если честно, даже становится сейчас как-то страшно. Это как я буду долго эту сумму-то набирать? Хотя мы сейчас с вами заработали уже 1/3 от нужной суммы. Ну, практически 50 тысяч. Наверное, для поиска просто мы с вами будем пользоваться вот этим амулетом. Ну а чё, так быстрее сможем добежать. Хотя нифига себе, я пляжик нашел. Мне кажется, вот здесь нужно добывать 100%. Если я полностью смогу уничтожить этот пляж, то мне кажется, я смогу заработать как раз-таки 150 тысяч. Ну окей, мы с вами 150 тысяч накопим, но следующая наша покупка будет уже за 500 тысяч. И это уже реализм 5 уровня. Ох ты ж, ё-моё. А потом еще и миллион надо будет накопить. Ух, если честно, я уже немножко подустал. 130 тысяч всего лишь накопил, а этот пляж даже полностью не смог уничтожить. Но тем временем уже 150 тысяч мы с вами накопили. И избавляемся от всего лишнего. Открываем магазин и покупаем реализм 4 уровня. Разблокированы текстуры 64 на 64. Ё-моё. Мне кажется, или звук как-то изменился. Стоп, реально звук, кажется, изменился. А, это прям очень как-то странно звучит. И вы просто посмотрите на это небо. На это солнце, капец, как это все хорошо выглядит. А, подождите, мы когда ходим, земля у нас из-под ног просто начинает вылетать. Окей, так, я хочу цветочек этот забрать. Подождите-ка, я сейчас хочу кое-что проверить. Я специально сломаю рукой на всякий случай. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. А можно как-то поаккуратнее, а? Здесь у нас с вами уже появилась физика, даже реализм настолько распространился. У нас с вами, кстати, появилась реалистичная кирка. И мы ее даже вот так просто берем, выкидываем. Смотрите, мы с вами начали зарабатывать намного больше, чем если бы мы с вами разрушали ту же самую землю с помощью нашей лопаты. Вот мы уже с вами заработали 9 тысяч.
А, прям как в Роблоксе. Ох, вот сейчас будет зарабатывать эти 500 тысяч, мне кажется, прям очень-очень долго. У меня FPS просел до скольки? Где-то до 5 кадров в секунду. Давайте-ка просто будем бежать вперед, и мне кажется, вот так вот меньше как-то лагает. Да, мы с вами просто находим нормальную шахту, просто ломаем. И главное не смотреть назад, иначе точно все сломается. Ай. А, тихо! Как-то медленно мы с вами копим 76 тысяч всего лишь. Я думал, все это будет происходить как-то намного быстрее. Это вообще невозможно теперь. Ё-моё, а... Я где вообще нахожусь? Кто я? Просто не смотрим, я повторяю. Просто не смотрим, это просто капец какой-то. Ой, я в воде, я в воде. Фух, выплываем, 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 выплываем. Где мы? А, знакомое место, я, кажется, здесь был уже, да? Ну да. Вы просто смотрите, какой же путь я проделал. Нет, конечно, то, что физика появилась, это очень весело, это очень круто. Но из-за этого у меня просто капец. Мне кажется, сейчас реально взорвется комп. О, летучая мышь. Да, легко как-то мое внимание переманить в другую сторону. Просто летучую мышь увидел. А это что? Это алмаз. Да, это алмаз, причем две штучки. Ого, так тут еще и слава. А ну-ка. Просто ломаем. Так, две стихии достижения получили. Знаете, как прикольно все выглядит, когда ты ничего не добываешь и у тебя не лагает. Поздравляю, если вы играете в Майнкрафт, то, скорее всего, у вас так и есть. Но не у меня сейчас, это просто посмотрите. Все плавно, но начинаю чуть больше ломать и просто начинает фризить. Я всегда поражался Майнкрафту. У тебя может быть самое топовое железо, но Майнкрафт с шейдерами и хорошим ресурс-паком ты никогда нормально не запустишь. Я вот, если что, себя показываю, а меня не видно. Самая нетребовательная игра, но при этом самая требовательная. Похоже, вот этот этап добычи алмазов у меня будет самым-самым сложным. Потому что это реально невозможно просто добывать, ну пожалуйста. О, зато три алмаза есть. Вот это красиво было. 500 тысяч есть. Но мне кажется, меня камнями завалило. Думаю, даже один алмазик смог заработать. Вот это я молодец. И больше, по сути, ничего полезного. Но мне кажется, нам нужно с вами теперь выбираться как-то наружу. Доброе утро, свинюшка. Ты выглядишь просто прекрасно. Она посмотрела на меня. Она заскромничала. Так. Мы серьезные люди. У нас с вами есть 500 тысяч, поэтому мы можем с вами купить реализм 5 уровня. Разблокированы текстуры 128 на 128. Ё-моё. Как-то стало все намного хуже выглядеть, вам не кажется? Да, конечно, текстуры прям очень детализированы. Теперь я здесь, конечно, пиксели считать не буду, но да, это 128 на 128. Но при этом как-то выглядит похуже, что ли. Не мне, конечно, судить, но... Окей, в принципе, окей. Может быть, если мы с вами купим реализм уже 6 уровня, тогда все изменится. И как-то будет выглядеть все намного лучше. Вот это обсидиан. Стоп. Ну, окей, предположим, это реально обсидиан. Но выглядит он как-то максимально странно. Все, портал готов. И, кстати, здесь текстура как-то смешивается с другой текстурой. Но давайте все-таки посмотрим, что же нам все-таки выпало. Реалистичный меч. А, убивает с одного удара. Ну это окей, это понятно. А ну-ка, лошадка с одного удара, конечно, не отъедет, но зато сделает отличное сальто. А ну-ка, еще сальто. Ого, кикфлип, или как это называется. М-да, никто не хочет делать трюки. Зато в футбол все хотят играть. Ну-ка, давай, ведем и... А, пропало. Так, ну-ка, на голову принимаем и быстро в яму, о. Ну ладно, практически получилось. Давай быстрей, забиваем, забили. Мне кажется, за это можно дать дополнительные 500 тысяч алмазов. Но нам не обязательно с вами нападать на этих лошадок, на мобов и так далее. Нам достаточно просто разрушать ту траву. Вы просто посмотрите, мы с вами зарабатываем прям максимально быстро. Но такими темпами нам нужно с вами заработать теперь 1 миллион алмазов. И тогда мы с вами сможем перейти на новый уровень. Вот если прям очень много травы попадается, то очень-очень быстро зарабатываем. Пока я добываю все эти алмазы, я думаю, можно потравить анекдоты. Идут по улице два человека. Один рэпер, а другой то... A few moments later. Анекдот номер 3841. Как поймать тигра в клетку? Никак. Тигры бывают только в полоску. Ух, слушайте, как много анекдотов я рассказал, я не знаю, вы все прослушали или нет? Ага, я понял, уснули на 34-м уже, да? Ну ладно, ладно, я вас понял. Но, тем не менее, мы с вами накопили целых миллион алмазов. А это означает то, что мы можем с вами купить еще один уровень реализма. Открываем магазин. Реализм уровень 6. Покупаем. Разблокированы шейдеры. Оу май гад. Слушайте, а выглядит довольно-таки неплохо. Вода хотя бы стала анимированной. Правда, капец как начало лагать. Капец, вроде не самые такие крутые шейдеры, а все равно лагает. А что, я видал получше. Но зато листва теперь выглядит как-то намного живее. Ну и мое лицо тоже как-то более живое. Я еще и свечусь. Все. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Но кажется, из-за того, что мы сами уже шейдеры разблокировали, дальше нам просто вообще некуда расти. Но мне сейчас капец как интересно посмотреть, как выглядит мир теперь под водой и... Ё-моё. Вот это выглядит прям максимально шикарно. Ну реально, мир под водой выглядит намного лучше, чем на поверхности. Ё-моё, я еще раз хочу просто посмотреть, это успокаивает. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акакий. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова. Опа, а здесь палка валяется, заберу ее. Не заберу.